Сегодня православные верники отзначают рождество Пресвятой Богородицы, первое свято в новом церковном ходе. Поводле подания, бывшие немолодыми и бездетными, глубоко верующие батьки Девы Марии просили у Бога дочку и дали зарок присвятить ее житё усявышнему. Молитвы их были почутые. Архангел Гавриил обвестил, что у их народится дочка Мария, праз якую будет подаровано выратование усяму свету.